Добрый день, друзья и подписчики. Как я обещал, вот такую вот обрешеточку сделал под утепление. Такая вот обрешетка получилась. Как-то так. Теперь что будем делать? Теперь вот эти вот листы снимаем, делаем балки и перекрываем вот с этой крыши. Потом в конце концов вот эти две трубы убираю, сюда лист шифера ставлю, а вытяжки делаем сбоку. Так будет очень хорошо и очень удобно, особенно когда у нас ветра сильные, постоянно котел затухает. Вот в конце концов это закончится. Это я уже столько сена заготовил, правда маловато еще, но еще есть место, где косить. Так вот, так что получилось, Сергей. Сегодня осталось только шифером покрыть, но это мы сегодня сделаем. Вот сегодня, я думаю, закончу шифер. Шифер я уже поднял сюда. Вот так получится. Все получилось. Теперь осталось сделать потолок, типа залить его или положить минвату, и обработка стен. Надо ободрать все стены. Штукатурка. Вот это я за сегодня сделал. Такая крыша у меня получилась. Вот такой предбанник получился снаружи. Внутри уже делаю штукатурку и внутренние работы. Уже проход сделали потихонечку. Вот так вот уже внутри заштукатурено. Уже обрешетка под потолок готова. Здесь будет пластик, а это еще завтра доштукатурим и будет полный вперед. Останется забетонировать пол. И вот этот котел переставить. Также переставить вот эту колонку. Все туда надо будет переделать. Вот так вот все получилось. Но эта дверь будет переделываться. Вот там сверху пластик. Вот она вся получилась. Завтра будем проводить электропроводку. Ну вот, в конце концов, подошел к финишу. Осталось только пластик сделать на потолок. И потом вот эту дверь обработать, чтобы такой не было уродливой. Так все получилось. И колонка
общем, можно сказать, пристройка полностью готова. Водопровод провел, газ протянул и обвязал котел. Вот так вот все получилось. Работы осталось не очень много. Вот тут плафон.